На свой трон я хочу снять реального паровозика Чучу Чарльза. Нам всего-то нужно наблюдать за этой железной дорогой, мы 100% его снимем. О, черт, банда, это Чарльз! Что творим, бро, меня зовут Сергио. Не зи, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду, ведь ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, прочим, мне не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда сегодня на свой трон. Я хочу снять реального паровозика Чучу Чарльза. Ходит легенда, что в одном полузаброшенном поселке, через который идет зловещая железная дорога, живет настоящий монстр-убийца. Местные жители описывают его как паровоз, но вместо колес у него 6 ног. По описанию это 100% паровозик Чучу Чарльз. Ужасное существо, которого даже боится Томас Икзе, которого банда мы уже ранее снимали на одной ужасной железной дороге. Именно поэтому сегодня на свой трон я хочу заснять этого Чарльза и, возможно, даже заснять его логово, где он живет. Мы, банда, возможно, даже попытаемся залететь внутрь его пещеры, чтобы посмотреть, что там происходит внутри. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я попытаюсь в одном месте свести Томаса, Икза и Чарльза. Я думаю, Суприм Банда, что это будет просто легендарный бой. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а мы тем временем запускаем мой дрон. Погнали! Окей, Суприм Банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон и подлетает к тому месту, где живет паровозик Чарльз. Мы же, в свою очередь, заехали просто в какую-то глушь. Здесь совершенно ничего нету. Я очень надеюсь, что здесь нас не найдет паровозик Чарльз и ничего с нами не сделает. А вон и тот самый заброшенный поселок, о котором я вам говорил ранее. Надеюсь, банда, что с нами сегодня все будет хорошо, и Чарльз к нам не придет прямо сюда. А Настя уже подлетает к тому месту, где он живет. И вы только посмотрите на это место, Суприм Банда. Я никогда такого ранее не видел. Местные жители, которые еще остались в этом поселке, рассказали нам, что паровозик Чарльз ходит по этой железной дороге. То есть нам всего-то нужно наблюдать за этой железной дорогой, мы 100% его снимем. Еще они рассказали, что эта железная дорога ведет прямиком в его логово, ту самую пещеру или туннель, где он живет. Нам всего лишь нужно следить за этой железной дорогой. Вы просто посмотрите, как это красиво, но очень опасно. Лучше вообще никогда не приближаться к этому месту. И там вдали видно тот самый заброшенный поселок, о котором я вам говорил ранее. Именно в том поселке и начали пропадать люди без вести. И есть даже очевидцы, которые своими глазами видели, что Чарльз убивает людей, а затем затягивает их в свое логово. Многие жители, когда узнали про Чарльза, начали бросать все свои вещи, все свои дома и просто уезжать с этого поселка как можно дальше. Потому что находиться здесь дальше было очень опасно. В любой момент Чарльз мог просто их убить. Надеюсь, что мы сегодня его снимем, банда. И посмотрите, банда, там ходят люди, вы видите это? Неужели они не боятся этого Чарльза? Хотя, возможно, эти люди просто не знают о его существовании. Они увидели красивое место и решили стать посмотреть на него. Им нужно скорее отсюда уезжать, пока не поздно. Вот Настя подлетела ближе к этому мосту. Просто посмотрите, какой же он страшный, это жесть, Суприм Банда. Но я вроде бы нигде здесь не вижу Чарльза. Надеюсь, нас просто обманули. Нету никаких жертв, нету никакого Чарльза. Эта легенда была специально создана для того, чтобы привлечь туристов. Я очень на это надеюсь, банда. Ведь если Чарльз существует, то все человечество в опасности. Итак, банда, вот Настя подлетела прямо к железной дороге. Я здесь ничего не вижу, и вы только посмотрите, какая она огромная. Это жесть. Чарльз реально может быть где угодно, мы можем даже его не увидеть. Тем не менее, я здесь ничего не вижу, нету даже никаких следов Чарльза. Что за бред, банда? Сигнал пропал, в смысле? Здесь же вроде не было никаких вышек, откуда? Почему вдруг внезапно пропал сигнал, Суприм Банда? Мы когда подъезжали к этому месту, специально смотрели, нету здесь каких-то вышек, и здесь ничего не было. И вдруг внезапно пропал сигнал. О, все вернулось! Настя продолжает лететь над этой железной дорогой. Надеюсь, банда, что если Чарльз реально существует, то мы сможем его заснять. Мы сможем даже заснять его логово. Ведь если мы сможем залететь внутрь его логова, то мы увидим всех жертв, которых он убил. И
потом это видео мы сможем отнести в полицию, чтобы они с этим разобрались. Но я пока что ничего не вижу. Здесь вообще нету никаких следов Чарльза. Неужели нас реально обманули, Supreme Банда? Что за бред? Зачем так вообще делать? Здесь реально ничего не видно. Буквально ничего. Я вроде бы ничего здесь странного не вижу, кроме этих осёр. Что с ними? Почему они так выглядят? Окей, Банда, на железной дороге вообще ничего не происходит. Возможно, Чарльз уже просто прячется в своей пещере, о которой нам говорили. Нам нужно найти эту пещеру. Но пока что я реально здесь ничего не вижу. Вообще ничего нету. О, посмотри, ты видела? Там был вход под землю, то есть там туннель. Нужно быстрее облететь и посмотреть. Посмотрите, Банда, вот выход с туннеля. Вы видите это? Вот Настя приблизила к нему, и там тоже идет железная дорога. А там какой-то вход в пещеру. Вы видите это, Supreme Банда? Нужно быстрее туда лететь, вдруг именно там и живет этот Чарльз. Я просто в шоке. Банда, пещера и туннель реально существуют. Если мы сможем прилететь к этому месту, мы сможем залететь внутрь этого туннеля. И, возможно, прямо там заснять этого Чарльза. И, может быть, мы даже сможем увидеть его жертв. И тогда мы точно сможем доказать полиции, что это настоящий монстр, которого нужно как-то ликвидировать. Я просто в шоке от всего этого, Supreme Банда. Банда, вот Настя уже подлетает ближе к этой пещере. Просто посмотрите, какая она стрёмная. Я никогда ранее вообще в своей жизни не видел такие пещеры. Возможно, именно там как раз-таки и живет этот Чарльз. Хотя Банда надеюсь, что это все вранье. Итак, Настя аккуратно подлетает. Я вроде бы здесь не вижу вообще никаких следов убийств. Здесь просто ничего нет. Обычная железная дорога и поля. Но вы только посмотрите, как это стрёмно выглядит. О, черт, Банда, эта пещера реально страшная. И посмотри, там еще какие-то синие бочки или что это лежит снизу, ты видишь? Я вижу. О, черт, Банда, что это такое? Неужели это принадлежит Чарльзу? Здесь еще какой-то мост. О, господи, Банда, выглядит реально страшно. А, посмотри, это Чарльз! Вы видели, он пролетел очень быстро, прямо как Томас ездил в свое время. И он заехал в эту пещеру. О, черт, Банда! Окей, лети аккуратнее к этой пещере. Похоже, что Чарльз реально живет там. Это просто какой-то ужас, Supreme Банда. Я не верю своим глазам. Господи, вроде бы ничего не видно. Чарльз реально живет в этой пещере. Банда, это просто ужас. Просто гляньте. Не залетай внутрь, подлети аккуратно. Я просто в шоке, Supreme Банда. Нас не обманули. Чарльз реально существует в реальной жизни. То есть все эти убийства были правдивы. О, черт, Банда, это Чарльз. Видите его? Он выехал с этой пещеры, посмотрел наш дрон и заехал обратно. Я просто в шоке, Банда. Он реально заметил наш дрон. Надеюсь, он не узнает, где мы сейчас находимся. Это просто какой-то ужас, Банда, вы видели это? Еще вы видели, как дрон залагал. То есть каждый раз, когда появляется Чарльз, дрон лагает. Нужно держать это в голове. Ведь если дрон будет лагать, то значит Чарльз приезжает где-то рядом. Я просто в шоке от этого, Supreme Банда. Настя, скорее лети к другой стороне этого туннеля. Мы должны заснять, как Чарльз выезжает с этого туннеля. Я вроде бы его нигде не вижу. Черт, Банда, это просто какой-то ужас. Я все еще не могу поверить, что мы реально засняли Чарльза. Он реально существует в реальной жизни. Вы видели это, Банда? Но пока что его нету. Неужели он остался в этом туннеле, просто не выезжает? Возможно, он просто испугался наш дрон. Именно поэтому он больше не выезжает. Это просто какая-то жесть, Банда. Что это? Кто-то звонит, Банда. Что за бред? Что это за номер? Я никогда такого ранее не видел. Давай телефон. Что за бред, Банда? Я без понятия, чей этот номер. Просто посмотрите на него. Окей, я беру трубку, узнаем, что им надо. Я просто в шоке, Банда! Кто это? Кто это? Что вам надо? Что это за звуки, Supreme Банда? Что происходит? Просто посмотрите! Настя, это Чарльз! Подключайся быстрее! Что тебе от нас нужно? Зачем ты мне звонишь? Такой у тебя мой номер! Просто посмотрите, Банда, это реальный Чарльз! Вы видели его? Я не могу поверить своим глазам! Это реально он! Что за бред? Откуда у тебя мой номер? Что тебе от меня нужно? Господи, Банда, просто посмотрите! Это реально он! Вы видите? Что тебе от нас надо? О, господи, Банда, посмотрите! Вот он! Это жесть! Он прямо мне позвонил! Я в шоке, Supreme Банда! Проваливай, Чарльз! Нам от тебя ничего не надо! Отстань от нас! Отстань от нас, Чарльз! О, господи, я просто в шоке, Supreme Банда! Вы видите это? Это реально он! О, черт, он отключился! Мне страшно!
страшно. Мне тоже, я просто в шоке, откуда у него мой номер телефона. Я просто в шоке, банда, откуда у него мой номер телефона. Что это вообще было? Я ничего не понимаю, нам нужно быстрее отсюда уезжать, пока не поздно. Иначе часть найдет нашу машину и просто нас уничтожит. Тем не менее, банда, я в таком шоке, Настя уже возвращает дрон обратно. Надеюсь, что он быстро сюда прилетит. Я просто в шоке от всего этого. Было, банда, вы слышали? Я точно там кого-то слышал, Суприм Банда, но я вроде бы никого не вижу, что это тогда было. Настя вот так вот возвращает дрон. Надеюсь, что он быстро сюда вернется, мы просто отсюда уйдем, это полный ужас. Чёрт, посмотрите, это чёрт! Машину давай! Чёрт, Суприм Банда, это просто жесть, он нас как-то нашел! Вот комнаты из-под прошлого видео, просто такие шикарные, идеальнейшие комментарии. Да, бандит, если вдруг ты хочешь мое следующее видео, всем лишь нужно спуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, про ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, комменты, видео, бандиты, помни одно. Оставайтесь такими шикарными, пока!